Сегодня работа Криворожского горсовета была полностью парализована. С самого утра в здание вошли вооруженные люди, потребовали, чтобы чиновники покинули свои кабинеты. Это касалось сотрудников управления жилищного хозяйства и капитального строительства. После этого представители налоговой прокуратуры начали выемку документов. Как сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, проверяется возможная причастность мэра и его замов к хищению 200 миллионов бюджетных денег. В оппозиционном блоке обыски называют эти провокации, направленные на дестабилизацию ситуации в городе, и требуют прекратить так называемый правовой беспредел. Представители политической силы уже обратились к международным организациям и дипломатам с просьбой дать оценку происходящему. На сьогодні вже на цей час вилучено ряд документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності, тендерної документації, на підставі яких здійснювалось перерахування вказаних бюджетних коштів. Власть так і не смирилась з оглушительною пощечиною, полученою ними від криворожан год назад на третьому незаконному турі виборів мера Криворога. І тепер задействувала свій останній ресурс – це таке оголтеле і нагле силове давлення. А заодно и хотят отвлечь внимание от провалов по всем фронтам, от пленок Онищенко,